Всем привет. Так, не знаю, видно? Видно, да? Видно. Мой личный кабинет на сайте. Хочу вам показать. Вот, смотрите, мои финансы. По порядку. Ага, окей, почему меня выкинуло? Что не так? Войти. Так, вошли. Итак, главная страница. Здесь видно условные единицы. Условная единица 42 рубля. Это внутренняя валюта Экомаркета. Подарочное вознаграждение 509 рублей. Это было у меня за прошлый месяц. Давайте войдем на вкладку «Мой офис». Это старый сайт. Разницы, в принципе, нет. Финансы, финансы. Но удобнее. Мне на старом удобнее. Так, итак, внутренний счет. Хочу вам показать кое-что. Так, здесь у нас пусто. Деньги переведены на валютный счет. Ну, просто, чтобы вы видели. Здесь можно посмотреть историю переводов. Там внизу была, видели, да? Подарочный счет. Сейчас у меня 20% бонус лояльности. Это бонус для клиентов. Он есть у всех, и у клиентов, и у партнеров. Вот у меня уже 20%. Сейчас у меня получается на счету 1435 рублей. Я поеду сейчас в магазин, и вот, в принципе, я возьму себе пластины для стирки. Я себе возьму шампунь мужской. Сыновьям шампунь нужен, закончился. И у меня еще останется, я возьму на подарочные. Так, дальше возвращаемся на финансы. Travel счет, он у меня тоже пустой. Он открывается с определенной квалификации. То есть сумма более 100 тысяч рублей ежегодно начисляется. Но вообще она начисляется ежемесячно. На travel счет, и вы за эти деньги путешествуете по миру. Так, дальше, перевод средств, это у нас, ну, перекидывание денег между счетами, между партнерами можно денежку перекинуть. А вот, дальше, защита счетов, нам тоже это не нужно. Вот он, валютный счет. То есть внутренний, он как промежуточный, окончательный, это валютный. Вот у меня сейчас валютный, это денежный. То есть это те деньги, которые можно обналичивать, либо менять на покупку продукции. Ну, поскольку сумма скромная, 6 тысяч, то обналичивать ее смысла нет. Вот. Обналичиваются уже суммы от 20, 30 и более тысяч. Итак. У меня здесь 6178, которыми я могу распоряжаться на свое усмотрение, оплачивать свои покупки в Экомаркете. То есть я могу покупать нужные мне для дома, для семьи, для меня, для детей, для быта, для красоты, экотовары на эти деньги. Либо на валютные, на денежные, с денежного счета, либо на подарочные. Сегодня я использую подарочные. Вот у меня к вам вопрос. А ваш магазин вам возвращает деньги за ваши покупки? Больше информации вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь.